В Санкт-Петербурге трое неизвестных напали на гражданина Таджикистана и ранили его из травматического оружия, сообщает агентство «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в ночь на 22 октября в Санкт-Петербурге у станции метро «Площадь Мужества». В первом часу ночи 22 октября трое неизвестных подошли к 23-летнему уроженцу Таджикистана. Они попросили у него зажигалку, после чего начали избивать молодого человека. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять ему в грудь. Пострадавшему удалось самостоятельно преодолеть около 4 километров и обратиться за помощью в Елизаветинскую больницу, где его прооперировали. Придя в себя, трудовой мигрант рассказал, что около 00 часов 10 минут он находился у станции метро «Площадь Мужества», когда к нему подошли трое неизвестных. Сначала незнакомцы попросили прикурить, потом стали избивать приезжего. Затем один из преступников вытащил травматический пистолет и выстрелил в приезжего, пишет агентство. По информации агентства, пострадавший находится на территории России легально. Пострадавший, скорее всего, стал жертвой русских националистов. Один за всех! И все за кого? Один за всех! Напомним, что в России трудовые мигранты из стран Центральной Азии регулярно становятся жертвами нападений со стороны националистов. Всех рад видеть. Да не переживайте, учёты. Эксперты считают, что данные преступления не получают должной реакции со стороны российских правоохранительных органов, что неизбежно порождает безнаказанность и провоцирует дальнейшие преступления. Владимир Владимирович, искренне рад вновь видеть вас в Душанбе. Россия наш ключевой стратегический партнер и союзник. Наблюдатель отмечает, что ни один из правителей стран Центральной Азии ни разу не потребовал расследования подобного преступления, как это обычно делают лидеры других стран. Should be free from the fear of being violently attacked while doing the...